Просто надо было что-то делать. Она лежала на кровати, а что, будет пахнуть все это, вот. И, естественно, просто мысль была просто по кавану ее перетащить и все вот это вот, как разрезать там и т.д. Вот, в общем. И в тот момент просто я думал, что я успею, как бы сказать, но я даже не стал торопиться, мне было без разницы, как бы сказать, я знал, что кто-нибудь узнает или поймает, то есть у меня, я бы даже сбегать не стал бы, то есть я просто поехал на дачу, как бабушка мне позвонила и сказала, типа, что ей на даче надо помочь, ну и поехал на несколько дней на дачу. Ну то есть вы уже были готовы к тому, что вас все равно арестуют и задержат? Да, у меня были такие мысли, поэтому я просто, можно сказать, вообще не спал, вот, не спалось, думал, придут, не придут, при этом я и даже уснуть не пытался, в общем, так вот. Ну, в суде вы сказали, что вы не испытываете сожаления. Сожаления, да, я не испытываю, но есть иногда какие-то моменты, что вот так вот с человеком, да, я поступил нехорошо, но что было, то уже не вернуть. Сейчас этот человек, на самом деле, получил по заслугам, потому что этот человек всю жизнь мне, ну, благодаря ей, вот этому человеку, я попала в больницу. Судебном заседании подлежит рассмотрению, подозреваемый явился защитник. В судебном заседании вопрос о возможности участия Правильно назовите свою фамилию, имя и отчество. Когда и где было указано, что у вас среднеполное образование? То есть вы окончили 9 образований, среднее профессиональное. По какому адресу? Заводская 30? Да, квартира 497. Где-то работаете? Официально нет, нигде. Если только практику проходил и все. Когда вас задержали, помните? Казанбаевой с участием прокурора Лежневой. Мнение по ходатайству. А секретарю разъясняются ваши права в процессе. Они предусмотрены статьей 46 позиции в праве приводить доводы, представлять доказательства, за судебного заседания, подавать на них свои замечания. Вы вправе обжаловать состоявшееся судебное решение, получать его копию. Ясность к преступлению. Без дела 8. Получается постановление. В открытом судебном заседании ходатайства старшего следователя СОПа Кировского ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 26 октября 2021 года. Удовлетворение ходатайства защитника и подозреваемого об избрании домашнего ареста отказать.